Нити бабочки. Чтобы устроить Элисон в палате, уходит столько времени, что папе приходится самому отвезти меня на работу. Мы останавливаемся у единственного в Плазенсе магазинчика винтажной одежды. Он находится в людном торговом комплексе. В историческом центре города с одного бока с ним соседствует бистро, а с другого ювелирный салон. Спорттовары Тома через дорогу. Если что, я на месте. Один звонок, и я отвезу тебя домой. Папа хмурится, и в уголках рта у него собираются морщинки. Я молчу, по-прежнему пытаясь понять, не померещилось ли мне. Смотрю на розовый кирпичный фасад, на черный железный забор. Мой взгляд то сосредотачивается на витых черных буквах над дверью магазина «Нити бабочки», то отплывает. Я держу перед глазами освежитель бабочку. Запах напоминает о весне, прогулках, счастливых семьях. Но внутри у меня зима, и моя семья несчастнее, чем когда-либо. Я хочу сказать папе, что галлюцинации Элисон реальны, но без доказательств он просто решит, что я тоже схожу с ума. «Тебе не обязательно сегодня работать», — говорит папа, взяв меня за руку. Даже сквозь перчатку его прикосновение кажется ледяным. «Всего 2 часа», — отвечаю я охрипшим от крика голосом. Джен никого не успела найти себе на замену, а Персефона уехала. По пятницам наш босс Персефона отправляется на охоту. Она ездит в ближайшие города на барахолке и гаражные распродажи в поисках интересных вещей. Что бы там ни думал папа, я вовсе не мученица. С 3 до 5 мертвый час. Лишь вечером к нам начинают заглядывать покупатели. Я намерена воспользоваться затишьем, чтобы сесть за магазинный компьютер и поискать тот сайт с бабочкой. «Мне пора», — говорю я, сжав папину руку. Он кивает. Я открываю бардачок, чтобы убрать освежитель, и оттуда высыпается куча бумаг. Мое внимание привлекает оказавшаяся наверху брошюра. На нежно-розовой обложке с самым обычным белым шрифтом написано «Эшт. Шоковая терапия». Правильный выбор. Я поднимаю брошюру. Что это? Папа наклоняется, чтобы убрать вывалившиеся бумаги. Потом поговорим. Папа, пожалуйста. Он словно коченеет и смотрит в окно. Ей пришлось вколоть еще одну дозу успокоительного. Я вздрагиваю, словно от удара. Мне не хватило смелости последовать за Элисон, когда ее в кресле на колесах вкатили в палату с мягкими стенами. Я съежилась на кушетке в вестибюле и стала смотреть какое-то дурацкое реалити-шоу по телевизору, машинально дергая свои испорченные дреды. Нормальная жизнь? Нет, не встречали. Ты меня слышишь, Элли? 2 дозы, меньше, чем за час. Все эти годы Элисон успокаивали при помощи лекарств. Папа стискивает руль. Но ей становится хуже. Она кричала про кроличьи норы, про бабочек, про потерянные головы. Лекарства уже не помогают, и врачи предложили другой вариант. Мой язык впитывает слюну, как губка. Если ты прочитаешь первый абзац, то увидишь, что этот метод снова входит в обращение. Спустя много, я перебиваю поспешно и потому слишком громко. Для этого используют электрических угрей. Так было раньше. Их оборачивали вокруг головы пациента. Электрический тюрбан. Я слышу слова, но ничего не понимаю. Все, что я могу, думать о своих домашних питомцах. Я рано выяснила, что завести кошку или собаку у меня не получится. И не потому, что животные со мной разговаривают. На моей частоте только насекомые и растения. Но каждый раз, когда кошка Дженары ловила и убивала таракана, я чуть не сходила с ума, слушая его крики. Поэтому я завела угрей. Они такие элегантные и загадочные, и поражают добычу электрическим током. Это тихое, исполненное достоинство смерть. Точно так же умирают от души насекомые в моих ловушках. И все-таки я лезу в аквариум, только надев предварительно резиновые перчатки. Даже не представляю, что угри способны сделать с человеческим мозгом. Элли, теперь все не так, как 70 лет назад. Терапия производится при помощи электродов под анестезией.
Мышечный релаксант делает человека нечувствительным к любой боли. Побочный эффект поражения мозга. Нет. И папа вслух читает перевернутый вверх ногами текст. Почти все пациенты, подвергшиеся ЭШТ, впоследствии жалуются на неконтролируемую рассеянность, невозможность сосредоточиться и непродолжительность потери памяти. Но достоинство метода перевешивает эти временные неудобства. Он встречается со мной взглядом. Левый глаз у папы подергивается. Кратковременная потеря памяти – это просто неудобство, а не поражение мозга. Нет, это форма поражения мозга. Будучи в течение 11 лет дочерью душевнобольной женщины, трудно не набраться сведений о психологических аномалиях. Не исключаю, что это было бы даже к лучшему, поскольку воспоминания последующих лет у твоей мамы связаны только с лечебницей, бесконечными уколами и обследованиями. Глубокие складки вокруг папиного рта напоминают ущелья. Я бы что угодно отдала, лишь бы увидеть сейчас его улыбающимся, как Элвис Пресли. У меня пересыхает горло. Кто ты такой, чтобы решать за нее? Губы у него сжимаются, лицо делается суровым, как всегда, когда я переступаю черту. Я человек, который любит свою жену и дочь, и я смертельно устал. В папиных глазах смесь покорности и бунтарства. Мне хочется свернуться в клубочек и заплакать. Эллисон пыталась покончить с собой у тебя на глазах. Даже если она физически не способна себя удушить, это не важно. Очевидно, лекарства не действуют. Нужно идти дальше. А если это не сработает, что тогда? Лоботомия – открывалка для консервов? Я отшвыриваю брошюры, и она ударяет папу по ноге. «Элли!» – резко восклицает он. Я вижу его насквозь. Папе отчаянно хочется, чтобы Эллисон вернулась, но не ради меня. 11 лет он тосковал по ней, по женщине, которая ходила с ним в кино, шлепала по лужам после дождя, пила лимонад, сидя на качелях, и, как и он, мечтала о счастливом будущем. Но если папа согласится на шоковую терапию, Эллисон, возможно, никогда уже не станет прежней. Я распахиваю дверцу и выбираюсь на тротуар. Пусть даже вечернее солнце пробило сквозь облака, все мое тело охватывает дрожь. По крайней мере, разреши, я подам тебе костыли. Папа принимается вытаскивать их из-под пассажирского сиденья. Они мне больше не нужны. Но Джеб сказал, что ты растянула. Мысль свежая и оригинальная, папа. Джеб не всегда прав. Я развязываю бандану, которая прикрывает повязку на колени. Лодыжка перестала болеть после того, как мы с Элисом соприкоснулись с родиновыми пятнами. Более того, даже разбитая коленка выглядит лучше. Еще одна необъяснимая странность. Допустим. Мне некогда об этом думать. Есть дела и посерьезней. Папа смотрит вдаль, сжав зубы. Бабочка, не называй меня так, огрызаюсь я. Мимо, разговаривая, проходят две покупательницы. Папа мрачнеет. Меньше всего я хочу обидеть его. Он годами поддерживал Эллисон, не говоря уж о том, что в одиночку растил меня. Извини, я придвигаюсь ближе. Давай просто как следует выясним, хорошо? Он вздыхает. Я уже подписал согласие. И тогда я перестаю изображать понимание и сочувствие. Меня захлестывает гнев. Зачем? Доктор предложил мне этот вариант несколько месяцев назад. Я долго его обдумывал. Поначалу просто в голове не укладывалось. Но... Короче, они начнут в понедельник. Потом мы вместе съездим повидать маму. По моей шее поднимается волна неприятного жара. Влажность после грозы и белый шум от вьющихся вокруг насекомых лишь усугубляет положение. «Пожалуйста, постарайся понять», – просит папа. «Я очень хочу, чтобы она вернулась домой». «И я тоже хочу. Значит, надо сделать все возможное, чтобы это произошло». Внутри меня, хлопая крыльями, вновь оживает тень. И, подавшись ей, я напрямую говорю то, что думаю. Да, ради этого я готова даже прыгнуть в кроличью нору. Я хлопаю дверцей. Папа сигналит, несомненно, желая объяснений. Но я вбегаю в магазин, не оглядываясь. Чирикает автоматический дверной звонок. Порыв ветра колышет хрустальные каплеобразные подвески на люстре. Я стою, как громом пораженная,
и под струей воздуха из кондиционера моя сырая одежда становится холодной. Густой кокосовый запах свечей, которые горят вдоль стен, наконец помогает мне расслабиться. «Эл, это ты?» Раздается из кладовки приглушенный голос Джанары. Я откашливаюсь и стискиваю в руке освежитель. Торопясь сбежать, я забыла оставить его в машине. «Ага, ты видела мое платье для выпускного?» «Оно на стойке». Я снимаю со стойки единственную вешалку с платьем, завернутой в полиэтилен. Несколько месяцев назад Джен купила в нитях бабочки два платья. Она резала и кромсала их, в результате получился облегающий корсаж на бретельках, переходящий в расклешенную юбку. Все вместе – сочетание полосатого принта и розовой сетки. Нашитые вручную радужные блестки переливаются на свету, когда я вешаю платье обратно на стойку. «Неплохо», – говорю я. «На самом деле просто замечательно. И при нормальных обстоятельствах я бы восхитилась очередным модным творением Джен. Но сегодня мне не хватает сил. Я бросаю бабочку-освежитель под прилавок, рядом с косметичкой Дженары. Мой махаон приземляется на книжке по мифологии, которую читает Персефона. У меня вдруг возникает ощущение, что за мной наблюдают. И я оглядываюсь через плечо на постер, висящий на стене. Это плакат из фильма «Ворон». Персефона обожает главного героя. Черный кожаный костюм, белое лицо, черный макияж, постоянно мрачная ухмылка. С этим актером, помнится, связана какая-то тайна. Он погиб на съемках. Постер всегда привлекал мое внимание. Даже в плоском изображении взгляд у Ворона очень проникновенный. Он как будто знает меня, а я его. Хотя я ни разу не смотрела фильм, актер кажется знакомым. До такой степени, что я чувствую запах кожаных одежд, скрывающих его тело, чувствую щекой их гладкость. Он здесь. Я подпрыгиваю, когда моего слуха касаются те самые слова, которые недавно сказала муха. Только на сей раз этот не шепот, не белый шум, к которому я привыкла. Это мужской голос с ощутимым акцентом кокни. Вдоль стен магазина тянутся зеркала, и в них что-то быстро мелькает. Я присматриваюсь и не вижу ничего, кроме собственного отражения. Он оседлал ветер. Этот голос гулом отдается в моей крови. Порыв холодного ветра привлекает неизвестно откуда и задувает свечи, оставив только лучи заката и лампу над головой. Я пячусь задом, пока не стукаюсь о прилавок. Бездомные глаза с постера следят за каждым моим движением, как будто этот актер и есть тот человек, который разговаривает с моим сознанием и повелевает ветром. Меня охватывает холодная дрожь. «Эл!» Зов Джен разрушает чары. «Помоги вынести вещи, пока я не ушла, надо выставить темного ангела». Я заставляю себя оторваться от гипнотического взгляда ворона и шагаю в кладовку. С щелчком выключается кондиционер. Порыв воздуха, загасшие свечи, возможно, донесся из вентиляции. Я нервно смеюсь. Я устала, проголодалась и еще не отошла от шока. Мои галлюцинации реальны, а родные прокляты. Только и всего. Какие пустяки, правда? Нет. Мои влажные ботинки хлюпают, когда я ступаю по черно-белому кафелю. Дженара ждет на пороге, держа в руках такую высокую стопку одежды и всякого барахла, что поверх нее она ничего не видит. «Неплохое платье, да?» – доносится из-за вещей ее голос. «Учти, ты можешь здорово поднять своей лучшей подруге самооценку». «Просто супер!» «Бретту понравится!» Все еще чувствуя на себе взгляд парня с плаката, я привстаю на цыпочки и снимаю сверху груды синий парик и миниатюрную дым-машинку. «Как будто это имеет какое-то значение», — говорит Дженара из-за покачивающейся стопки. «Между прочим, Джеб обещал разбить Бретту голову, как тыкву, если я не вернусь домой к полуночи. Вот так милая сказка про Золушку превращается в кошмар. Мой брат — псих». Да, в последнее время он вошел в роль. Стопка начинает расползаться. Я хватаю сверху еще несколько вещей, и, наконец, появляется лицо Джен. Ее густо накрашенные зеленые глаза лезут на лоб, когда она видит меня. «Блин, Скипень, с кем ты сцепилась? Вы что, устроили с Джебом битву в грязи?» «Ха!» Я иду к витрине и складываю вещи на подоконник рядом с оконной приблудой, манекеном Персефоны. Дженара кладет поверх груды
угольно-черные крылья. Они поблескивают, расшитые черными пайетками. Я серьезно, в чем дело? Я думала, ты собираешься навестить маму. Эл, Джен касается моей руки. Что-то случилось? Несколько темно-розовых прядей выпали из ее высокой прически. Пряди извиваются, как язычки пламени, на фоне узкого черного платья. Я вспоминаю, как бесновались волосы Элисон. Она слетела с катушек, говорю я. Набросилась на меня. Остальные подробности застревают в горле, как Элисон обрили, что она больше не попыталась удавиться. Теперь я догадываюсь, что это была часть подготовки к шоковой терапии. Как ей вытирали слюну, как надели на нее подгузник, потому что человек, которому вкололи сильное успокоительное, не контролирует свои отправления. И самое страшное, как они вкатили Элисон, затянутую в смирительную рубашку и похожую на высохшую старуху, в камеру с мягкими стенами. Вот почему я не смогла войти туда и попрощаться. И решила, что уже видела достаточно. Эл, негромко и ласково говорит Джен. Она притягивает меня к себе и обнимает. Я чувствую успокаивающий запах ее шампуня, цитрусы и жвачка. Я сама накрашусь и все тут разложу. Иди домой. Не могу. Я крепче прижимаюсь к ней. Не хочу быть среди вещей, которые напоминают о Пэлисон. Не сейчас. Тебе лучше не оставаться одной. Чирикает звонок и неспешно входят три женщины. Мы с Джен отступаем в тень. Я буду не одна, отвечаю я. «Магазин же открыт!» Джен наклоняет голову на бок и оценивающе смотрит на меня. «Слушай, я могу побыть здесь еще полчаса. Отдохни и приведи себя в порядок. Я займусь покупателями». «Ты уверена?» Она отводит с моего лица спутанные волосы. «Абсолютно! Не можешь же ты принимать клиентов в таком виде, как будто сбежала из цирка. А вдруг зайдет какой-нибудь клевый парень?» Я выдавливаю улыбку. «Возьми мою косметичку», – продолжает Джен. «У меня есть еще шиньоны». Я роюсь в отложенных вещах в кладовке, беру в числе прочей одежды сапоги на платформе и запираюсь в крохотной душевой. Из вентиляции над раковиной тянет ледяным холодом. Флуоресцентный цвет крошечной лампы искажает мое отражение в зеркале. Я расчесываю спутанные волосы и прикрепляю фиолетовые дреды, которые выдала мне Дженара. Почти весь макияж у меня потек, оставив грязные разводы на лице. Передо мной маячит лицо Элисон, но если смотреться внимательно, это не она, а я. В смирительной рубашке и тюрбане из электрических угрей. Я гримасничаю, как чеширский кот, прихлебывая тушеное мясо из чайной чашки. Сколько есть времени, прежде чем проклятие начнет действовать по-настоящему? Я прислоняюсь к раковине, развязывая бандану и вдыхаю запах джеба. До сегодняшнего дня я мечтала лишь о том, чтобы поехать в Лондон, тусить там с джебом и зарабатывать баллы для колледжа. Просто удивительно, как меняются приоритеты за несколько часов. Если я не сумею попасть в Англию и найти кроличью нору, Элисон поджарит мозг, а я через несколько лет окажусь на там же, где и она. Но я ни за что не смогу к понедельнику заработать достаточно денег на билет, не говоря уж о паспорте. Стиснув зубы, я снимаю порванные лосины и повязку. Рана на колене уже почти затянулась, нет даже струпа. Я слишком измучена, чтобы гадать о причинах. Я включаю холодную воду и смываю с себя физические напоминания о случившемся. Потом сушу феном телом и белье. Подведя глаза темно-зеленым и натянув колготы в фиолетовую, зеленую и красную клетку, я надеваю мини-юбки с пышными красными оборками. Зеленая футболка с рукавами-крылышками, красный корсаж, фиолетовые перчатки без пальцев, и я готова встречать клиентов. Я бросаю последний взгляд в зеркало. Что-то движется у меня за спиной, блестящее и черное, как крылья, которые лежат в куче вещей. Мне на ум приходит странное предупреждение Элисон. Он придет за тобой, он выйдет из твоего сна или из зеркала. Держись подальше от зеркал. Я взвизгиваю и оборачиваюсь. Там нет никого, кроме моей собственной тени. Комнатка как будто съеживается, она становится маленькой и начинает вращаться, как будто меня засунули в коробку и спихнули с холма. В отчаянной попытке поскорее вернуться к Джен, я выскакиваю в тускло освещенную кладовку и чуть не падаю, запутавшись в шнурках. Она бросается ко мне навстречу. «Господи!» и ведет к высокому табурету за прилавком. «Ты так выглядишь, как будто у тебя сейчас голова треснет.
«Ты что-нибудь ела?» «Суп из мороженого», — отвечаю я. Хорошо, что покупательницы уже ушли и не видят моего появления. Я вся дрожу. Джен щупает мой лоб. «Тебя, кажется, знобит. Наверное, сахар в крови упал. Я принесу что-нибудь из бистро». Я хватаю подругу за руку. «Не уходи!» «Да ладно, я сейчас вернусь!» Поняв, что Джен вот-вот примет меня за ненормальную, я меняю тактику. «Витрина! Нам же надо!» Я замолкаю, заметив, что Джен уже все разложила. «О!» «Да!» — говорит та, высвобождая свой рукав из моих пальцев. «И свечи я тоже зажгла!» «Зачем ты их задула? Тебе надо расслабиться, они бы не помешали. Я сейчас скажу, куплю круассан и что-нибудь попить. Без кофеина. Никогда еще не видела тебя в таком состоянии». Она выходит из магазина, прежде чем я успеваю ответить. За ней закрывается дверь, и я остаюсь наедине с витриной, которую она украсила. Оконная приблуда, наряженная в синий парик и костюм темного ангела, огромные крылья, прикреплены к плечам манекена при помощи кожаных кремней. На перьях сверкают черные блестки из миниатюрной дым-машины. Окутывая зловещую композицию, струится пар. Почему-то все это очень органично смотрится вместе. Я думаю о своем знакомом Махаоне. Почему Элисон гонялась за ним с ножницами? Только ли потому, что бабочка выманила меня из дома во время грозы? Нет. Дело в чем-то более серьезном. Какой-то давней вражде, которую я не понимаю. Я неохотно поворачиваюсь лицом к постеру. Темные глаза ворона смотрят прямо на меня, как будто пронизывая насквозь. «Ты ведь знаешь, так?» — шепотом спрашиваю я. «Ты знаешь». Тишина. Я фыркаю и вполне осознаю свое одиночество. Очевидно, я совсем схожу с ума. Шепчущие насекомые цветы — это уже само по себе плохо. Но ожидать ответа от рисунка? Дурдом по мне плачет. Дрожа, я подхожу к компьютеру, который стоит по ту сторону прилавка, и нахожу сайт, который видела в машине. Я проматываю все, что уже успела прочитать, ища хоть какую-нибудь связь с бредом Элисом. Там есть и другие картинки. Белый кролик, костлявый как скелет, цветы с руками, ногами и окровавленными пастями. Морж, у которого из нижней части туловища растет нечто вроде древесных корней. Это, видимо, персонажи «Страны чудес» после большой дозы радиации. Но определенная логика есть. Бабочка и обитатели подземного мира каким-то образом связаны с историей Льюиса Кэрролла. Неудивительно, что бабушка Алисия рисовала на стенах персонажей книжки. Начиная с Алисы Линдл, женщины из нашей семьи сходили с ума. Может быть, Алиса действительно спустилась по кроличьей норе, а потом вернулась и рассказала о том, что увидела. Но после пережитого так и не стала прежней. А кто бы после такого остался прежним? И тут у меня волосы встают дыбом, как будто я получила удар током. В самом низу страницы на черном фоне я вижу рамку в стиле ретро с плющом и цветами и стихотворение, набранное затейливым белым шрифтом. Воркала с кливкой шорки, пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. Я видела этот стишок в книге. Схватив блокнот, я помечаю страничку «Страна чудес» и переписывая стихотворение от слова до слова. Потом открываю новое окно и ищу толкование. На одном сайте переведены 4 возможных объяснения. А вдруг они все ошибочные? Я бегло просматриваю 2, и вдруг мое внимание привлекает 3. Рядом с текстом есть иллюстрации. Создание с длинными носами, похожими на штопор, роют норки под солнечными часами. Я узнаю то, что вижу, и закрываю глаза. На внутренней стороне моих век, словно на экране, играют дети. Крылатый мальчик и белокурая девочка ныряют в нору под статуей, изображающей ребенка, который держит на голове солнечные часы. Не знаю, откуда взялась эта сцена. Наверное, я видела ее в кино, только не помню в каком. Но дети кажутся абсолютно реальными и очень знакомыми. Я переписываю блокнот определения. Воркалась. Это 4 часа дня. Шорки. Сказочные существа. Помесь барсука и ящерицы. Вместо носа у них штопор, и они вьют гнезда под солнечными часами. Пыряться. Значит, ввинчиваться в землю, как гигантское сверло, чтобы получился туннель. В контексте стихотворения
Нору роют не просто так, а в определенном месте, поскольку нава – это трава, растущая под солнечными часами. У остальных слов определений нет, но хотя бы есть с чего начать. Если суммировать стишок и образы в моей голове, то кроличья нора, очевидно, находится под статуей мальчика с солнечными часами. Нужно просто ее найти. Я снова возвращаюсь на сад, посвященный подземцам, и просматриваю его на тот случай, если какие-то детали от меня ускользнули. И в самом низу, до самого конца страницы, большое черное пространство. Ни текста, ни картинок, хотя места вполне достаточно. Может быть, администратор сайта решил оставить его про запас? Я уже собираюсь закрыть страницу и поискать в Англии статую в виде мальчика с часами, в надежде узнать, где она находится, как вдруг замечаю какое-то движение на черном фоне, как будто сверчок плавает в чернилах. Но это не сверчок. На экране порхает нарисованная черная бабочка. Точь-в-точь тот махон из моего прошлого. Я начинаю думать, что он имеет отношение ко всему. К детям, которых я видела под солнечными часами, и к проклятию, постигшему мою семью. Если бы я только могла припомнить о нем что-нибудь еще. Но воспоминания размыты и смутны, как будто я смотрю сквозь облака с головокружительной высоты. Мой взгляд вновь привлекает движущаяся картинка на сайте. Она появляется наверху пустого черного пространства и ползет вниз. Когда бабочка преодолевает примерно четверть пути, за ней появляется яркая синяя надпись «Найди сокровище». Я читаю и перечитываю эти слова, пока глаза не начинают щипать. Поразительно! Эльсин ведь сказала то же самое. Маргаритки скрывают клад. Спрятанное сокровище. Папа перекопал цветник много лет назад, когда Эллисон впервые оказалась в лечебнице. Он уничтожил клумбы. Там ничего не может быть зарыто. Так что же это значит? На экране появляется следующая строчка. Если хочешь спасти мать, используй ключ. Я отскакиваю от компьютера, сердце колотится, обтянутые перчатки ладони потеют. Мне ведь не мерещится. Слова продолжают мерцать. Каким образом кто-то может со мной общаться? Откуда ему известно про Эллисон? И как он нашел меня? Я обвожу взглядом пустой магазин. Надо кому-то рассказать. Не папе, конечно. Он запишет меня на шоковую терапию. Зуб даю. А Дженаро решит, что это кто-то из моих школьных мучителей сыграл идиотскую шутку. Но Джеб... Хотя бы в последнее время между нами повисло странное напряжение. Я знаю, что он всегда будет на моей стороне. Я покажу ему сайт. Одна мысль о его ободряющей улыбке, улыбке, которая говорит, что он понимает меня, как никто, придает мне сил. Я слышу звонок и поднимаю голову. Передо мной стоит Тейлор. Я с трудом подавляю стон. Ее шикарные до плеч волосы отливает золотом на солнце. На сумочке, которую она держит в руках, сверкающими буквами написано «Шик, блеск, красота». Я снова поворачиваюсь к компьютеру, но на экране пусто, мерцает сообщение об ошибке. «Привет, Алиса», — говорит Тейлор и перебирает украшения на стойке рядом с прилавком. «Продала сегодня что-нибудь?» Она держит в руке блестящую брошку из искусственного хрусталя в виде черепа со скрещенными костями. Тут есть хоть одна вещь, от которой не несет погребальное бюро. Не обращая на нее внимания, я ищу URL. Снова появляется сообщение об ошибке. Я дергаю мышкой. Если сайт пропал с концами, я никогда не сумею убедить Джеба, что мне не померещилось. Тейлор неспешно подходит ближе. Одна из ручек дизайнерской сумочки соскальзывает с ее загорелого плеча. Хотя, наверное, не важно. Таких, как ты, не волнует, кто носил эти вещи, даже если они взяты с мертвых. Она ненадолго замолкает, чтобы посмотреть на какую-то блузку, и поморщится, а потом небрежно бросает сумочку на прилавок и упирается в край стола изящными руками. Некогда Тейлор была звездой теннисного корта, но ее отец ни разу не пришел на матч, и она бросила. Какая досада. Благодаря 10-сантиметровой платформе моих сапог наши глаза оказываются почти на одном уровне. «Тебе что, не надо готовиться к выпускному?» – спрашиваю я, надеясь, что Тейлор уйдет. Глаза у нее делаются круглыми и невинными. «Именно поэтому я здесь. Я зашла в соседний магазин, чтобы купить Джебу подарок на выпускной. Завезу ему сегодня же, чтобы он сразу надел.
Я не спрашиваю, что такое она могла купить Джебу в ювелирном магазине. «Что это?» – спрашивает Теллер и придвигает к себе мой блокнот. Я пытаюсь его выхватить, но она оказывается проворнее. «Страна чудес? Собираешь инфу о фамильных кроликах?» «До свидания», – говорю я, отбираю Теллер блокнот и случайно сталкиваю сумочку на пол. Она даже не удосуживается ее поднять. Взгляд у Теллера становится ледяным. «Нет, не до свидания. Нам надо поговорить». Что-то, как всегда, трепещется в голове и подзуживает меня дать отпор. Почувствовав прилив адреналина, я даю волю языку. «Спасибо, но я скорее предпочту говорить с навозным жуком». Глаза Теллера расширяются, как будто она не ожидала услышать в ответ оскорбление. Я улыбаюсь. Очень приятно в кои-то веки оставить последнее слово за собой. Лишь через несколько секунд ей удается придумать ответ. «Значит, ты разговариваешь с навозными жуками?» Очень приятно, что наконец-то нашла себе новых друзей. И не думай, что сможешь и дальше изображать бедную и несчастную, чтобы через месяц помешать Джебу уехать в Лондон со мной. «С тобой?» А я-то думала, что выиграла первый раунд. Такое ощущение, будто на меня в упор направили свет шахтерского фонарика. Точь в точь, как утром, когда я упала со скейта. «А он тебе еще не сказал?» спрашивает Теллер, буквально сияя. «Ну, неудивительно. Его так беспокоит твоя хрупкая нервная система». Она опирается о прилавок так, что ее лицо оказывается совсем рядом с моим. Запах дорогих духов щекочет ноздри. «В следующем году я буду учиться на подготовительных курсах в Лондоне. Мне предложили там модельный контракт. Папа снимет для Джеба квартиру. Сплошные плюсы. Джеб сможет завести полезных знакомых среди людей, с которыми я буду пересекаться. А на выходных мы будем тусить у него. Очень мило, правда?» У меня все сжимается в груди. Теллер отодвигается, и на ее лице я вижу страх. «Почему?» Из-за Теллера я лишилась единственной возможности вернуть дружбу Джеба. Она победила. «Ого! А ты правда думала, что у тебя есть шанс?» насмешливо спрашивает она. «Ну, если он несколько раз попросил тебя попозировать, это еще не значит, что он к тебе неравнодушен». Я роняю челюсть. Джеб никогда не просил меня позировать. Он иногда набрасывал что-то в альбоме, когда мы проводили время вместе, но я никогда не подозревала, что он рисовал меня. Его тема – трагедия и смерть. Поэтому, конечно, ему нравится твой замогильный стиль. Это не комплимент. Не заблуждайся. Я слишком потрясена, чтобы ответить. «Нам обеим он нравится», – говорит Теллер уже мягче. И я понимаю, что в кои-то веке она искренне. Но если ты любишь Джеба по-настоящему, то позволишь ему жить так, как будет лучше для него. Он слишком талантлив, чтобы до конца жизни нянчиться с тобой, как твой бедный папа. Тебе не кажется, что это было бы огромной трагедией? Мне нестерпимо хочется выцарапать ей глаза. По крайней мере, мой папа достаточно меня любит и всегда поддерживает. Эти слова как отравленные стрелы. Я вижу, что Тейлор уязвлена и немедленно сожалею о сказанном. Чирикает звонок, и я чувствую аромат эспрессо. «Блин», — говорит Джен, злобно глядя на Тейлор с порога. «Ты что тут делаешь?» Она протягивает мне круассан и фруктовый смузи. Теллер приходит в себя и вновь притворяется беззаботной. «Мы с Эллисон просто говорили про Лондон и про то, почему я не буду рада видеть ее в гостях у нас с Джебом». Она поворачивается к двери. «Здесь воняет. Я пошла». Теллер выходит, и Дженара поворачивается ко мне. Однажды она не выдержит и покажется Джебу во всем своем безобразии. Я отщипываю краешек круассана. Это из-за Теллер Джеб не хотел, чтобы я ехала в Лондон. Он не хотел, чтобы я им мешала. Поддевая ячейку чулок сеточек карандашом, Джеб молчит. «Почему ты мне не сказала?» – спрашиваю я. Глаза подруги полны сожаления. «Я только сегодня утром узнала, что Теллер едет в Лондон. Когда ты пришла, я совсем растерялась и не знала, как сказать. Тебе хватает неприятностей с мамой?» Закрыв блокнот с записями, я снова смотрю на пустой экран. Уже не важно, что я не могу найти нужный веб-сайт. Джеб бросил меня, и прошлое уже не вернуть. Эл? В моей груди нарастает рыдание, которое я подавляла с той самой минуты, когда поссорилась с папой. Теперь он вырывается на поверхность тысячи ядовитых пузырьков, сжигая мне сердце. Но я отказываюсь плакать. «Ну же», — говорит Джен, — «если кто-то и может убедить Джеба бросить Теллер, то только ты.
Поговори с ним, наконец. Объяснись. Я думаю про удивительные картины Джеба. Про то, каким великим художником он может стать, если не мешать ему. Он не нуждается в дополнительном эмоциональном балласте, а у меня этого балласта достаточно, чтобы потопить танкер. И потом я не выдержу, если услышу прямой отказ. Джеб уже предпочтел Теллер нашей дружбе. Я засовываю блокнот в карман юбки. Мне нечего ему сказать. Я была влюблена в Джеба в 6 классе, так что это не считается. Дженара хочет возразить, но я не позволяю. И ты будешь молчать. Поклянись на всю жизнь. Ее лоб прорезает глубокая морщина. Неужели все кончено? Да. Джеб сделал свой выбор. Качая головой, Дженара забирает платье и косметичку и уходит. Когда дверь закрывается, я поворачиваюсь к Ворону. Парень, похожий на Эмма, смотрит на меня и плачет черными слезами, как будто разделяет мою боль. Я испытываю странное желание оказаться в его объятиях, закутаться в черный кожаный плащ. «Я жду в кроличьей норе, малютка. Иди ко мне». Эти слова загораются в моем мозгу, точно выжженные каленым железом. Испугавшись того, что наша связь вполне реальна, я отскакиваю и прикидываю локтем карандашницу. Один карандаш падает на пол. Я обхожу прилавок и с удивлением вижу на полу сумочку Теллер. Она так торопилась уйти, что забыла о ней. Я подавляю желание выбросить это барахло на улицу. Подняв сумочку, я хочу положить ее под прилавок, чтобы потом вернуть. Молния расстегивается, и я вижу внутри толстую пачку денег. Как во сне достаю их. Передо мной стопка 20 и 50 долларовых купюр. Всего 240 долларов. Если я добавлю свои сбережения, этого хватит на билет в один конец до Лондона. И немного останется поддельный паспорт и мелкие расходы. И тогда останется только найти солнечные часы. Это будет не первый наш долг Тремонтам. Когда я училась в 5 классе, папа попросил у отца Теллер денег, чтобы заплатить по счету, который пришел из лечебницы. Вот так Теллер и узнала, что я происхожу от Алисы Линдл. Некоторым образом это справедливая компенсация. Теллер заплатит за все те годы, когда она превращала мою жизнь в ад. Дрожащими руками я запихиваю выпотрошенную сумку в самый низ мусорного бака и заваливаю ее бумагой. Потом лезу под прилавок, чтобы достать мой освежитель и положить его вместе с деньгами в книгу Персефоны о волшебных кристаллах. В обложку вшита эластичная лента, чтобы книга не раскрывалась самопроизвольно. Наконец я снова поворачиваюсь к постеру. Тьма в глазах ворона как будто движет мной. И на сей раз ничто не отведет меня от края. Ни мама, ни папа, ни Джеб. Это уж точно. Даже его улыбка не поможет мне теперь.